Генерические препараты для населения Украины едва ли не единственная возможность использовать в лечении современные медикаменты. Фармкомпания «Здоровье» только за последние годы внедрила более 30 новых препаратов-генериков. И, говорит гендиректор фармацевтической компании «Здоровье» Александр Доровской, потребность в них постоянно растет. Ведь по эффективности они не отличаются от зарубежных аналогов. Наши препараты ничем не отличаются по качеству от тех препаратов. У нас получились сертификаты GMP, что мы пускаем по всем стандартам, что не может быть никакой ошибки, что препараты действительно эффективны. И самое главное, на чем мы выиграем, это на доступности наших препаратов. Генерики, производимые компанией «Здоровье», помогают решить проблемы и в наиболее сложной сфере – кардиологии. Оказывая необходимый лечебный эффект, препараты при этом не бьют по карману, отмечает Александр Доровской. Ведь курс лечения с помощью генериков обойдется на порядок дешевле. Оксана Нечипаренко, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».